Мы хотим заключить с тобой завет на основании твоего слова, твоего закона, на котором держится вся вселенная. Мы нарушители, мы это понимаем. И поэтому мы просим прощения. И мы просим, чтобы ты помог нам оставаться в союзе с тобой. Пиши имена наши в книгу Твою. Назови нас своими детьми. Будь нашим отцом, нашим хранителем, нашим наставником ежедневным, нашим руководителем. Когда ты будешь видеть наши мысли, уходящие куда-то влево, ты совестью твоей, врезениями, обстоятельствами останови нас. Ты нам напоминай, помоги нам никогда не прекращать с тобой общаться, иначе мы потеряем, потеряем понимание о тебе. Мы просим, благослови. Мы не просим, чтобы ты сохранил нас от всяких недораст. Мы просим, сохрани нас от испорченности, от греха, от сознательных и умышленных поступков, от вероломных поступков. Научи нас любить бескорыстно, как любишь ты. Научи нас прощать. Мы не хотим жить больше так, как этот мир окружающий жил. Мы уже жили там. Мы знаем, что это ужас. Мы просим тебя. Мы хотим быть детьми твоими, живущими по твоим законам небесным. Поэтому прими нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой брат, ищу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Когда вот этот момент переломный произошел, когда вот ты принял это решение? Принял решение. Где-то в феврале я начал думать об этом. И начал, ходить к пастору. Какое-то появилось желание стать лучше. Потому что понял, что дело не то. И вот. То есть в феврале месяце ты решил, что Господь нужен тебе? Да. И ты... И слава Богу! Мы рады. Спасибо. Слава Богу. Первое крещение одного своего сыночка. Да, да. Надеемся, да. Второго тоже. Я тоже так надеюсь. Ну что, Вадим, когда твоя очередь креститься? Я не знаю. Это будет, конечно, что-то нечто. Если что. Вот что должно произойти? Понятно, но что-то необычное. Что-то необычное? Непонятно. Что-то с моей жизнью должно произойти. Что-то должно произойти с моей жизнью, что-то должно происходить. Будь уверен, произойдет, потому что мы за тебя молимся. А когда молятся, то точно что-то происходит.
Мы тут как бы группой хотели Андрея поздравить, но вошли немножко в такой ступор, мы понимаем, что мы без него даже поздравить его не можем. Поэтому, Андрюша, мы тебя будем поздравлять, но вместе с тобой.